Доброе утро. По вчерашним новостям, на самом деле на заседании ЦБ практически ничего не было интересного сказано, и, в общем-то, я даже и не нашел что-то такого интересного. По остальным новостям, данные, в общем-то, по еврозоне вышли неплохие в целом. По США, в общем-то, тоже, в принципе, тоже неплохо. Ну, более-менее все как-то на уровне. Но лето есть лето, и, соответственно, видимо, этого хватило для того, чтобы евро не смогло удержаться на уровне и просело дальше. Но единственное, что я точно заметил, реакция была, это на АДП, да, 179 вышло вместо 168 тысяч. Ну вот, ожидали снижения, вышел рост, соответственно. Еще раз повторюсь, АДП ни в коем случае не влияет на завтрашний нонфарм, корреляции прямой в принципе здесь нет. Вот, поэтому не стоит по данным АДП судить по нонфарму. На самом деле, повторюсь еще раз, я уже повторял неоднократно, что в принципе до середины августа вообще на рынках делать нечего. Я бы рекомендовал всем в отпуск уехать. И, кстати, сам подумаю то же самое сделать еще раз. Вот. По сегодняшним новостям. Ну, понятно, что в центре внимания сегодня данные по Великобритании в 14:00. Все ожидают, что... Ожидают, что ставка будет снижена по Великобритании, соответственно. На чем такие ожидания основаны, честно говоря, не очень мне понятно, потому что я не вижу причины снижать ставки для Великобритании, хоть даже, наверное, вижу, что их даже повысить, потому что инфляция уже, в общем, достаточно хорошая в Великобритании. Вот, поэтому мое мнение такое, я уже вчера озвучил его, то есть на любом снижении фунта после выхода данных я буду его выкупать, на любом снижении, повторюсь, потому что я не вижу ничего негативного в том, что происходит сейчас в Англии. Вот, поэтому если все-таки ставку снизит, во что я, честно говоря, не очень верю, то на любом снижении ставки, повторюсь еще раз, я буду его выкупать. Ну, переходим сейчас к технике. По рублю ушли мы опять, треугольник не оправдался. То есть рисуется сейчас какая-то непонятная модель, ну пусть рисуется дальше пока. То есть свое решение я принимать-то буду так. То есть если мы выше 67-50 закрепимся, там будем покупать. Следующая цель 73. Если не удержимся, может даже попробовать продать. Хотя эту пару продавать я не люблю. Евро-доллар размотал в обе стороны. Давненько такого, честно говоря, не было уже у меня на самом деле. Ну правда, давно такого не было уже. Ну вот размотало, значит. По дням нарисовалось медвежье поглощение, причем вот на ровном месте, ну обычно в таких местах оно не рисуется. Что с этим делать, дальше я пока не знаю. Поглощение подразумевает продажи, соответственно, но продажи со стопом выше предыдущих хаев, это, ну, слишком многовато. То есть я такого вылета за 12.36 никак не ждал, честно говоря, да. Вылет мог быть бы 12, там, 10, 12.15, 12.36, вылет достаточно сильно большой. Вот, поэтому, по сути, рисуется, в общем-то, про продажи по евро, но стопы надо убирать за 12.50. Что, ну, для меня, фигурные стопы по евро ставить, для меня это многовато на самом деле. Вот, поэтому пока оставим эту пару в покое, подождем сегодня решение Британии. Завтрашний фарм, решение по евро, скорее всего, буду принимать теперь уже в понедельник. Фунт четко удержался на зоне 33, откуда я рекомендовал вчера покупать. Но и движение наверх тоже не развилось, потому что, ну, опять же, повторюсь, сегодня решение по поставкам в Британии, поэтому, видимо, восходящее движение не пошло. Вот, здесь технику сейчас глупо обсуждать, поэтому мы разберем с точки зрения ожидающихся данных по Великобритании. Соответственно, если на ставках мы не прошьем 33 или зону 32.41 вниз, то есть крайнюю степень снижения по фунту, и я сейчас жду в 32.40. Если уйдем ниже, будем покупать 31.26, соответственно. То есть я обозначаю те зоны, откуда я фунт буду покупать. То есть я покупать его буду, если на ставках мы не уйдем ниже 33, если, значит, отскочим 32.40 и 31.35. Это крайняя точка, куда я жду снижения, если вдруг оно будет вообще. Вот, поэтому цель, повторюсь, у меня никуда она не меняется. Цель у меня давно уже стоит 34.50.
ну, 34-40 получается цель, да? А вообще, если рассматривать с точки зрения дневного графика и даже недельного графика, да, то есть все это для меня лично пока вырисовывается, ну, вот больше похоже на треугольник, конечно. Ну, вот лично мне, повторюсь еще раз, это дело напоминает разворотную модель, соответственно, с целью, повторюсь, возврата обратно в 1.40. С целью в 1.40. То есть будем ждать движения в 34.50 сегодня-завтра. И в случае пробоя зоны 35, соответственно, у нас цель следующая 1.40 получается. Ну, вот как-то так. Красиво все вырисовывается, на самом деле. Все для разворота у нас есть. По месяцам у нас сочетаем модель молот или пин-бар, да, восходящий. В общем-то, и ну, все кричит просто о том, что мы должны развернуться наверх. Тем более фундаментальные данные по Великобритании, если вы видели, они в принципе достаточно позитивные. С фунтом понятно, да? То есть я покупаю фунт на любом откате вниз. После решения по ставкам, соответственно. Швейцарский франк. Ну, здесь все то же самое, что и по евро. Опять же, пока вне рынка, пока идет восходящий тренд, в общем-то, по идее. Торгуемся в диапазоне, но висим опять что вверх, что вниз, висим в воздухе. Точек для входа пока я здесь не вижу. Пока оставим то, что в покое все дело. Доллар-иена. Я вам говорил, что я покупать начну от 100.10. Со стопами ниже 98 целью, 103.1 и 106.2 цель. Ну, собственно, так пока все и остается. То есть жду любого снижения по доллар-иене. Золото. Хорошо, что мы вчера отфиксировались, все, четко мы ушли вниз. Теперь следующая зона, смотрите. Тут надо думать. Вот 13.48 была зона, вполне вероятно, что она так и ей останется. Но это надо смотреть уже по движению рынка. То есть посмотрим, как мы оттестируемся 13.48. Если четко отрисуем разворотную модель по свечным конструкциям, соответственно, да, то есть видим свечку какую-то восходящую, возможно, покупать может 13.48. Конечно, хотелось бы даже ниже немножко сбегать, то есть в 13.20. Даже вот сюда бы сбегать хотелось бы для покупок. Но это будем решать уже опять по ситуации. По золоту повторюсь, пока решения нет. Если мы нарисуем на 13.48 остановочку с разворотом, соответственно, покупать можно будет отсюда. Цель по-прежнему 13.70. Нефть ушла, наконец, долгожданную коррекцию. Я жду и повыше немножко по нефти коррекцию. Жду в район 45. Сегодня-завтра, соответственно. Вот откуда снова будем продавать. Я считаю, снижение нефти не закончилось. Я считаю, что цель по нефти в районе 35-36 находится. Там будем покупать. Вот, а пока настроен на продажу. Австралиец, тут все вообще совсем непонятно уже стало. То есть четко нарисовалась восходящая трендовая линия, но у нас уже миллион сигналов о развороте. Что с этим делать, честно говоря, не очень понятно. Можно торговать пока в сторону восходящего движения от восходящей линии, но быть готовым к пробою вниз. Быть готовым к пробою, и, соответственно, после пробоя, я думаю, что снижение будет сильнее. Почему? Потому что слишком долго удерживаемся мы на этом месте. Новозеландец отскочил от своей линии. Сел так же, как и австралиец, тоже на какой-то восходящий небольшой тренд. Что с этим делать, тоже пока не знаю, не буду рекомендовать. Еврофунт пробил восходящую зону. И, в общем-то, о чем это говорит? О том, что евро сейчас, по идее, должно снижаться, либо фунт должен расти сильнее, чем евро. В принципе, пока эта ситуация укладывается в ту концепцию, которую я запланировал. То есть я жду роста фунта быстрее, чем евро. Поэтому, в принципе, можно попробовать продать еврофунт от зоны 83.92 со стопом выше 84. Канадский доллар. Ну, здесь покупки от зоны 30-34. Мы их ждали давно уже. 100, в принципе, здесь можно поставить просто ниже лоу. 29-84. Стоп здесь небольшой. Цели по канадскому доллару. Ну, первая цель, понятно, на повторение максимума. Вообще 34-50. Ну и резюмируем, что я на сегодня делать буду я. На самом деле ничего я делать не буду, повторюсь, кроме фунта. То есть я сегодня целый день буду наблюдать за фунтом, буду ждать решения по Великобритании, соответственно.
И буду планировать покупки либо от 33, в зависимости от решения, либо от 32.41. Если сразу уйдем наверх, конечно, делать ничего не буду, тут ничего не поделаешь. Будем ждать цели 34.40, там принимать решение. Если упадем вниз, то буду любое снижение выкупать. Вот. Ну и золото, конечно, я буду мониторить. 13.48, если мы нарисуем сновку, буду покупать. Все, на сегодня пока из того, что есть, больше ничего не вижу. Ну и так будет, на самом деле, еще пару недель. Привыкайте, рынок будет скучный, неинтересный и так далее. То есть в это время все время так происходит. Жду вопросов. Да, Павел, согласен с тобой. Ситуация неоднозначно складывается. Я не знаю точно, будет ли коррекция дальше выше. Потому что, в принципе, глобально-то по нефти все равно я вижу-то вниз пока еще ее. То есть мы не достигли цели, допустим, в 39. Вот. И в этом плане пока сейчас еще. То есть я понимаю, что он привязан к нефти сильно, конечно. Вот. Но вот на текущий момент отскок вообще возможен. Это не в приоритете у меня сейчас. Почему? Потому что я вам говорил, в приоритете у меня сегодня фунт и золото. Вот. Канадский доллар не в приоритете. Я сам покупать, конечно, его не буду, потому что ситуация по нефти не очень однозначно складывается. Вот. Ну вот, вот отскок вполне вероятен по канадцу. Да, Владимир, запись будет, но я в ней не вижу смысла большого на самом деле, потому что, ну вот нечего сегодня, не почему обзор-то делать на самом деле. Лето есть лето. Ну, если вопросов больше нет, тогда смотрим сегодня на решение Банка Англии. Повторюсь, я не вижу причин снижать ставку, и очень вероятно, что, в общем-то, наверное, не я один так думаю. Может быть, и Банк Англии подумает, что зачем, собственно, им снижать ставку. Честно, не очень понимаю, зачем. Вот, поэтому смотрим боевик под названием «Заседание Банка Англии» и смотрим на движение британского фунта. Завтра обсудим с утра. Всем до завтра, хорошего дня.